Всем привет. Вот сегодня такая проблема была. Надо было машину завести. С окна пытаюсь завести. Нажимаю старт, не реагирует. Ни одним брелком, ни другим. Батарейку поменял, ничего не работает. Спускаюсь вниз, машину открываю с ключа. Ну, естественно, сигналка орет. И никак не отключается. Открываю капот, снимаю клемму. Думал, сброшу, как бы, ну, сигналку обновлю. И ничего не работает. Опять надеваю клемму, то есть то же самое, не реагирует никак на брелок. Но оказалось дело в том, что надо было просто подождать минут 10, наверное, чтобы она успела перезагрузиться, потому что когда сразу сбрасываешь клемму и надеваешь ее опять, этого не происходит. Пришлось уехать на работу на такси, домой приезжаю где-то часов через 5, ставлю клемму обратно, все нормально, то есть просто глюкануло. Ну и до этого как бы посмотрел много видосов, как вот, когда блокируется вот так вот машина, что люди делают. Обычно это используется кнопочка специальная, она прячется под панелью. То есть открывают машину с ключа, сигналка орет, там поворачивают ключ. Ну, там есть специальная инструкция, я могу ее в описании сбросить. Как бы это у кого снятие клеммы просто не помогло. Так что вот так вот, может, кому поможет видео мое. Потому что с утра реально искал. Ну, не то, что надо, не нашел никакого видео, что мне помогло бы. Может, это видео кому-то поможет. Пишите в комментах, у кого какие проблемы были. Сразу скажу, сигналка старая, ей лет, наверное, 10-15. Смотрел срок службы, у них 5-7 лет, вот так вот, в общем. Вот, пока лазил там, колупался под машиной, нашел вот такую штучку, тоже от сигнализации. Вот этими крутилками можно настроить, то есть чувствительность машины, ну, к внешним воздействиям, то есть к ударам и к вибрациям, к шуму. То есть можно ее сделать более чувствительную, вот к плюсу, если крутить вправо, или менее чувствительную, я так понял. Может, кому-то информация пригодится.